Всем привет, дорогие друзья, с вами Спук! И сегодня мы с вами поиграем в продолжение-спин-офф игры Turbo Pack, которая называется Super Mega Turbo Pack Go! И мы уже с вами проиграли. В общем, в этой игре нам нужно летать за мопса. В общем, в этом продолжении нам нужно с вами уже не бегать и прыгать за мопса, а летать за него и уворачиваться от всех. Несмотря на то, что он летит с плащом как Супермен или как, не знаю, Доктор Стрэндж, у него тоже вроде плащ красный. Тем не менее, наш маленький герой не супергерой, и ему нужно от всех уворачиваться. И чтобы понять, что делать, нужно тыкать на левую кнопку мыши, кликать на нее как следует и быстро... Да ёкаламане, да ладно, ты шутишь, давай, накликивай, а? А можно еще на что-нибудь кликать, кроме левой кнопки мыши? Ладно, пофиг. Это очень похоже на Флэппи Бёрд. Блин, ну как так-то, в самом начале? Давай быстрее. Ой, бери монетки, давай. Вниз! Давай, красавчик. Молодец, хороший песик. Тебя ждет дома очень много сладкого! Нет, тебя ни хрена не ждет! Это ж как нужно... Сколько нужно кликать на левую кнопку мыши, чтобы нам хоть как-то повезло с вами. О, это что-то крутое, но... Я, блин, даже долететь до этого не смог. Видимо, это магнит, который притягивал монетки. Но... Я и так только 7 штук собрал, видимо. О, мы можем свое имя поменять. Давай. Ага. Гононимус. Ну, пусть так и будет. Мы будем играть с вами за Гононимуса. О, господи. Вот как? Как мне наверх прыгать? То есть, может быть... О, понятно. Надо зажимать левую кнопку мыши. А не просто много раз кликать. Вот я в этом плане, конечно, дебил. О. Видите, уже полегче. Чуть-чуть стало полегче. И монетки мы даже с вами можем собрать, но, к сожалению, магнитик мы с вами не подняли. Вау, что это за летающие котейки? Что это вообще за Египет? Ладно, давайте вот. Деревушки мне больше по нраву. Очень красиво, всякие индюшки вон летают, которые пытаются нас уничтожить, осы. Вообще, деревня это неплохо, друзья, знаете, сидишь такой, реально, вокруг природа, благодать. Все очень классно. Так, давай чуть выше. О, что это сейчас было? Наверное, это было препятствие. Вряд ли это было похоже на сверхспособность. Ух! О! Да ёкаламане! Пока хайскор у нас 1300. В общем-то, на самом деле, вот эта вся игра... Больше в ней ничего такого нет. Я на самом деле думал, что будет как-то поинтереснее, что ли, как-то побольше всего. Ну ладно, давайте еще несколько раз сыграем. Так. Да сука. Нет, все-таки это похоже не на какое-то препятствие, а реально... Может быть, это разблокируется новый герой какой-то? Не знаю, пока не подберем, не узнаем. Но, блин, подберем мы не скоро. Я реально дохну вот каждый раз, вот буквально там первые несколько секунд. Может быть, это просто у меня что-то с руками. Может быть, они растут не с того места. Но я, честно говорю, я стараюсь, я пытаюсь, и у меня не получается. Ой, что там было, я не смог это поднять, к сожалению, никак вообще. Так, вот мы с вами не смогли наконец-то поднять. И как-то подольше полетать. Надеюсь, что эту защиту мы сможем взять. Нет, мы не смогли. Но зато у нас с вами очко новое. Наивысшее. Это 2500. Ладно, на самом деле, получается реально двухминутный такой обзор. Знаете, что я сделаю? Я не играл в Turbo Pack, с которого все началось. То есть я сначала его увидел, а потом увидел Super Mega Turbo Pack. Поэтому давайте сначала сыграем в Turbo Pack. Точнее, не сначала, мы уже сыграли в Super Mega Turbo Pack. Но давайте сыграем в Turbo Pack. Все, встретимся там. А вот, мы с вами вернулись, и мы уже играем в Turbo Pack. Как видите, на самом деле игра практически абсолютно та же самая. Да, музыка немного другая. Но, в принципе, шрифт даже тот же. Тоже она выполнена в таком пиксельном стиле. Давай, плей! Так, у нас здесь собачка, которая умеет прыгать. Блин, ну это нихера не просто.
Может, она умеет пробел? О, на пробел мы можем прыгнуть с вами. Отлично. Но тут мы должны бегать, просто нажимать пробел. Как в какой-нибудь Impossible Game, или как она там называлась. И она у меня немного подглючивает. Не знаю, видимо, у меня комп просто слабый, действительно. Действительно. Никакой Crysis не сравнится третий с такой игрой, как эта, которая требует действительно очень много ресурсов. Сука, я не заметил эти шипы. Они, к сожалению, так не очень сильно выделены на фоне всего остального и, естественно, не бросаются в глаза. Но, возможно, это специально сделано. Как в том же Ori and the Blind Forest, то есть там тоже шипы, которые были внизу, они тоже были не всегда заметны, но просто потому что не нужно ради того, чтобы игроку было проще. О, снег пошел, нифига тут какие спецэффекты, вот это клево, а. Блин, подождите, а как мой мопсик? Я надеюсь, что он не замерзнет. Я бы, мол, лучше какую-нибудь шубку надел бы, да сука, вот опять подвисло, я не успел нажать на пробел. Вот. Я говорю, поэтому не стоит, конечно, ради игры, да, как-то подсвечивать там какие-то элементы, чтобы игроку было проще. Ну и то здесь уже на шпах есть кровь. Этого должно быть достаточно, чтобы я заметил. Ну или человек, у которого есть эта боязнь крови, непереносимость крови, он сразу ее увидит и сразу вырубит эту игру, потому что эта игра очень кровожадная, она не для детей. Господи. Господи, давай! Давай, давай! Да сука, а! Ну пипец. Так, ладно, можно ли тут... Ой, тут у нас есть герои, и уже часть у нас открыта. Давайте возьмем каноничного мопсика с накидкой, как у Супермена. С плащом, как у Супермена. Ибо мы играли сейчас точно за такого же... Сука! Я думал, он сможет по низу пробежать, типа как по нижнему этажу. Но ни хрена. И все-таки игра реально у меня как-то подвисает, но... Ладно уж, пофиг. Блин, прям в воду! Ну, наверное, у нас мопс устал, очень хотел поплавать, поэтому он насрал на то, что я ему сказал, и просто прыгнул в воду. Да? Давай, 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 давай! Ну, суперменский мопсик просто прыгает дальше. Блин, сука! Ладно, давайте, какие у нас тут еще есть персонажи? Значит, у нас есть какие-то котейки, но мы же, естественно, играем за мопсов. Только мопс, только хардкор. Давайте поиграем за черного. Чтобы у меня было политкорректное видео. Потому что в любом видео должен быть черный. Иначе это не политкорректно. Все, отлично. Жалко, еще тут не хватает только китайского мопсика. Хотя, с другой стороны, у меня и так очень плохое видео, потому что я дискредитирую бошек. Поэтому давайте, чтобы на меня никто тут не гнал бочку, поиграем и за кошку еще. Давай, кошак! В общем-то, эта игра точно такая же... Да, сука. В общем, эта игра точно такая же простая, как и Turbo Super Neo Pack, Pack Neo Super Turbo и прочие вариации такого названия. Вот. То есть мы просто бежим, просто нажимаем тупо на пробел. Реально больше похоже на игру для Android, наверное, чем на игру для компьютера. Еще бы она так не висла. Главное, я реально не понимаю, чему тут виснуть. Так сейчас виснет. Просто из-за того, что я записываю видео. Что-то не знаю, как будет работать эта игра, если я не буду записывать видео. Сука, это уже пипец. Какая-то сраная 2D-шная игрушка пиксельная. Блин, даже Doom! Не, почему даже Doom? Doom еще красивее. Первый, второй. И ничего, идет без лагов. На компьютере моего дедушки еще шел. А это вообще пипец. Лагает еще, сука. Так, давай, давай, давай. Ладно, я думаю, это будет сейчас последний раз. Мы с вами постараемся варить побольше. Если бы еще не такие жесткие лаги, то я думаю, вообще все было бы классно. Ладно. Маленький какой-то вышел летсплей, реально ни о чем, но... Друзья, я вам клянусь, богом клянусь, всем чем можно вам клянусь. Я реально думал, что эти две игры будут какие-то более насыщенные, что ли. То есть...
получается игры ни о чем, но реально 5 минут поиграть. Да нет, минуту поиграть. И все. Вся игра. Причем во второй, ну то есть Super Turbo Neo Pack, или там как Super Neo Turbo Pack, или Pack Neo Super Turbo. Там хотя бы разные карты, блин. Не только разные персонажи, а здесь только разные персонажи, только которые ничего не дают. Ладно. Надеюсь, что вы меня за это простите. И сами никогда не будете играть в эти игры. Хотя, в принципе, они неплохо выглядят, и по стилистике неплохие. И мопсики, они реально очень милые. И с ними можно было бы сделать какие-нибудь классные игрушки. Но эти, к сожалению, слишком простые. Что еще сказать? Скажу я вам, что завтра ночью в 12 по полуночи, сегодня на завтра выходит Doom 4. И я очень постараюсь сделать на него не только летсплей, но и полное его прохождение. И надеюсь, что вы меня в этом поддержите. Если да, то напишите об этом в комментариях. Вообще напишите о том, играли ли вы в первой части Doom, и если да, то понравились ли они вам. Я лично очень жду эту игрушку, несмотря на то, что я в третий Doom не играл. Я все равно очень хочу поиграть в новый Doom. Потому что, по крайней мере, по трейлерам он мне очень напомнил первые две части. Несмотря на то, что, в принципе, по вооружению, наверное, и по-прочему, он больше походит на третью часть. Наверное, посмотрим. Но я реально очень хочу поиграть в четвертый Думак. И надеюсь, что у меня это выйдет. И надеюсь, что вы меня в этом поддержите. И мы с вами вместе полностью пройдем эту игру. Ладно, в общем, всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить пальцы вверх и оставлять ваши комментарии. Понравилась ли вам эта игра, что бы вы хотели увидеть. И действительно, как вы относитесь к серии Doom? Нравится ли вам больше, чем Battlefield, например? Ну а мы увидимся с вами в следующем видео. Покеда!